здесь сегодня, я так понимаю, молодежное собрание. И многие из вас в свои молодые годы вы выбираете, какую жизнь вам жить, на какой работе вам работать, в каком районе построить свой дом. Кто-то из вас вскоре будет принимать решение, на ком жениться или выходить замуж. Каким служением трудиться в церкви? Перед многими из нас много вопросов. И нам нужно принимать решения. И вы знаете, друзья, есть большое благословение, когда среди нас есть старцы. Есть духовные отцы, которые прошли путь своей жизни, и они в свое время сделали правильный выбор. Они служили Господу, несмотря на гонения, на трудное время, экономические сложное время, или политические, они оставались верными Богу. И мы видим наших старцев, они в своей старости сложные и плодовитые. Но вот приходит время, когда молодое поколение, оно тоже призывается на Дух Божий. И вы знаете, вот здесь история об Исааке. Мы видим, что к Исааку пришло трудное время. Написано здесь в Библии, что пришел голод. Пришла экономическая кризис. Может быть, инфляция. Но настолько было сложно. Библия говорит, что голод был сильнее, чем голод во время отца Авраама. Мы здесь прочитали, что Исаак берет свою семью и переселяется в другой город. В город, который называется Герар. И там с ним начинает говорить Господь. И Бог ему говорит: Исаак, не иди в Египет. Исходя из этих слов, я думаю, что Исаак хотел идти в Египет. Египет это была страна, которая развивалась экономически. Может быть, там было бы хорошо заняться бизнесом. Может быть, Исаак смотрел и думал, мне надо идти туда. Потому что там, где я жил, там голод. Мне надо идти туда. Но Бог ему говорит: Исаак, я не хочу, я хочу, чтобы ты остался здесь. Странствовал в земле, которую я обещал Аврааму. Отцу твоему. Исаак находится в городе Герар. И в этом городе ему очень неудобно. Но первое, что он переехал, у него нет знакомых, у него, наверное, заканчивались деньги. Потому что если бы у него было много денег, он не приезжал бы. И ему было неудобно. Второе, что мы видим, что он очень боялся. Так что, когда пришли местные мужики и спросили, что это за красивая женщина с тобой, потому что Ревека была очень красивая, он испугался, и он сказал: это моя сестра. Он не хотел умереть. Он подумал, они меня убьют. И так, друзья, когда я читаю это место Писания, я вижу, что Исаак в очень тяжелом состоянии. Ему приходится идти в другой город. И он боится. Уже нет у него этих 350 рабов, которые были у отца Авраама.
Паминотен, чтобы защитили его. Лориан Абахов Пахен, защитили его жену. Вопси Пашпане Яканоча. Но он боится. Бацин Кавахенома. И он, наверное, хотел с этого города побыстрее уйти. Ты узмерит Кавахи Шат Аранг Уаги Пахнеш. Зачем оставаться в таком городе? Чи Амарманалет Кавахум. Где у тебя проблемы? Вот эту проблему у нас. Но Бог ему говорит, я хочу, чтобы ты здесь оставался. Это не подлагается никакой логической размышлению. Почему? Надо идти в Египет. Чи Амар, петка Египтас гнал. И у Исаака приходит время, Исаак жаманат, где он должен выбрать, делать ли ему поступки и дела, которые логически кажутся правильными идти в Египет, или поверить Богу и остаться там, где Бог хочет. И несмотря на то, что ему было очень неудобно, и он был в страхе, он решил остаться верным Богу. Слава Богу, друзья. И вот я хочу, чтобы вместе с вами посмотрели на последствия, что начало случаться с этим человеком после того, когда он принял такое решение. Мы смотрим, что царь Авимелек увидел его, когда он общался со своей женой, и Авимелек понял, что это не его сестра. Я не знаю, что он сделал. Может, он подарил ей букет цветов. Может, он ее обнял. Я не знаю. Но Авимелек понял, это не сестра его. И он его позвал. И когда Исаак пришел к Авимелеку, Авимелек спрашивает, почему ты нас обманул? И я, когда читал эту историю, я подумал, наверное, Исаак сильно испугался. Исаак, наверное, подумал, вот пришло то время, которого я боялся. Царь нашего города теперь точно убьет меня. Потому что он самый сильный, и царь всегда забирал свою жен. Но он пришел к нему, и царь и говорит ему, я боялся. Он сказал правду. И на том месте случилось чудо. Мы смотрим, что царь Авимелех, он создает указ и говорит всем живущим в этом городе, если кто-то тронет Исаака, умрет смертью. Я когда читал, я подумал, вау, царь Авимелех, это был источник опасности для Исаака. Но когда Исаак стал верить Богу, Бог взял источник опасности, и он его сделал его защитой. Царь Авимелек был самым большим такой, как бы, состоянием, который мог бы убить Исаака. Но Бог его употребляет, чтобы защитить его. И теперь Исаак ничего не боится. Потому что сам царь этого города сказал, чтобы никто его не трогал. Слава Богу! И дальше что-то Исаак начинает делать. Библия говорит, что Исаак взял лопату или плуг и начал возделывать землю. Он посеял ячмень. И написано в Библии, что Бог его благословил. Так что одна семечка, она принесла плод в 100 семечек. Если он посеял один мешок, он собрал 100 мешков.
Если он посеял одну тонну, он собрал 100 тонн. И дальше Библия говорит, что он стал человеком великим. Մեծ մարդ, հայտնի մարդ. И дальше написано, что он был много скота. И Библия говорит, что Исаак человек стал богатый. Որ Իսահակը Աստվածաշունչն ասում է դարձավ հարուստ մարդ. Так что жители города Герар. Այնպես որ այդ քաղաքի մարդիկ начали его бояться. Իրանից սկսեցին վախենալ. И начали ему завидовать. Եվ նախանձեցին նրան. Чудо? Հրաշքը. Я думаю, чудо. Я смотрю, мы читаем в начале Исаак. Мы картуем с сбить Исаака. Проблемы с деньгами. Хоги проблему нер. Бежит в другой город. Ахнума улиш кавак. Боится из-за своей жизни. Вахума и кянки амар. Хочет идти в Египет. Узума гнали Египтос. Но Бог пришел к нему. Бай за спаси кам нера мод. И сказал, я не хочу, чтобы ты делал. Я хочу, чтобы ты делал. То, что тебе кажется хорошо. Айни шо кест хума бол лава. Я хочу, чтобы ты жил по моей воле. Узума бол сиду им кам ки амат апес. И если ты будешь мне верить. Если ты будешь мне саватал. Я тебя благословлю. Я скажу, что я ортнем. И несмотря на опасности. Я ангага мен ватангиц. Исаак принимает решение Исаак, служить Богу. Царь, и Бог его благословляет. Лев, те люди, которых боялся Исаак в начале, они ему завидуют, и они его боятся, потому что Бог его благословит. Если читать дальше эту историю, мы увидим, что Авимелех, царь этого города, он пришел к Исааку и говорит, пожалуйста, уйди от нас. Ты стал для нас слишком великим. Исаак говорит, хорошо. Исаак, спаша, да. И Библия говорит, что он перешел жить в долину Герар. И он начал откапывать колодцы, которые его отец копал. Прошло немножко времени. Пришли к Авимелеху его друзья и говорят, Авимелех, а что если Исаак обидится на нас? Он может прийти и отомстить нам. Ведь мы засыпали его колодцы его отца. И мы его выгнали. Давай пойдем к нему и попросим у него, чтобы он не воевал с нами. И они приходят к Исааку в долину. Исаак удивился и говорит, зачем вы за мной пришли? Вы мне сказали уйти, я ушел. Что вы еще от меня хотите? Они говорят, Исаак, мы ничего не хотим. И там очень интересные слова. Авимелех говорит Исааку. Авимелех насума Исаакин. Он говорит, Исаак. Исаак. Мы видим, что Бог с тобой. Мы думаем, что Раствас кесета. Эти люди. Айсмарти. Увидели. Тесан. Что Бог с Исааком. Раствас Исааки хедеш. И они говорят, мы подумали. Мы мотанцетим. Что ты можешь на нас обидеться. И прийти сделать нам зло. Исаак, мы не хотим с тобой воевать. Мы хотим с тобой дружить. Заключи с нами договор. Что мы будем дружить. И там написано, что они накрыли шикарный стол, они ужинали, а утром проснулись и подписали договор. И я посмотрел, когда я читал эту историю, я подумал, Господь, когда люди, живущие в этом мире, мои соседи, сотрудники по работе, студенты, может быть, в моей школе. Когда они смотрят на меня, могут ли они сказать, Дима, мы видим, что Бог с тобой. Я не знаю. Я хочу задать вам, друзья, этот вопрос. Могут ли люди, окружающие, посмотреть на вас и сказать, Бог с ними? Хотели бы мы этого? Я бы этого хотел. Итак, друзья, мы смотрим на эту историю. Она для нас является уроком.
Бог сегодня призывает тебя и меня. И он говорит, я хочу, что перед тем, как делать какой-то выбор в твоей жизни, ты посоветовался со мной. Посоветовался Словом Божьим. И несмотря на то, что в этом мире говорят, сейчас очень много аналитиков, которые говорят о политике, говорят о экономике, говорят, лучше делать то или другое, но самое лучшее место, друзья, это место в воле Божьей. И если, друзья, мы примем волю Божью, мы поверим Богу, Бог не останется должником. Бог остается всегда верный. Он еще его никого не предал. Бог не обещает легкой жизни. Но он говорит, когда тебе будет трудно, я буду с тобой. Я и друзья хочу задать вопрос. Если бы Исаак просто поверил Богу и остался там, где Бог его поставил, смог бы он пожать очень много пшена? Если бы он не копал землю и не сеял семечки, сколько бы он пожал бы тонн? Сколько? Я думаю, что ноль. Я смотрю, что зеро. Да? А я? Потому мы здесь видим два. Вопросы. Первый вопрос. Он поверил Богу и пошел тяжело работать. И когда он тяжело работал, Бог благословил дело руки его. Дорогой брат и сестра, если мы хотим в нашей жизни получить Божье благословение, сегодня этот голос звучит тебе и мне. Поверь Богу, следуй за ним. Это верен. Ну и что ты делай? Трудись в церкви. Царай, трудись в дома. Царай, и когда ты будешь делать работу, или духовную работу в церкви, или земную работу в дома и на работе, Бог будет с тобой. Слава Богу. Мы читаем в 22-й псалом Давида, когда Давид обращается к Богу, и он говорит, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит водам тихим. Давид знал своего небесного отца. Читая историю об Исааке, я хочу пригласить тебя и меня, чтобы мы посмотрели в свое сердце, посмотрели на свою жизнь, посмотрели на наших отцов, на наших братьев старших. Мы можем увидеть, как они прожили жизнь сложную, но Бог их благословил. Когда было трудно в советское время, Бог их хранил. Когда распался Советский Союз, было тяжелое экономическое время, но Бог свой народ провел, и видя этот большой зал молодежи, я, друзья, для себя понимаю, что Бог через них совершил служение евангелизации. И вот мы видим плод. Молодой виноградник. Друзья, но мы должны войти в труд наших отцов. Их не труд потихонечку передается молодым. И вы знаете, сила не передается автоматически. Каждый должен для себя принять решение. Боже, я хочу тебе служить, так как служил тебе в Иерусалиме. И тогда Бог даст свое благословение.
Что, какое решение примешь ты или я? Ինչպեսի որոշում ես կայացնում դու եւ ես մեր կյանքի մեջ? В своё время был такой человек Елисей. И ժամանակի մեջ մի Елисей անունով ազնվություն. Он тоже был молодой. Ինքն էլ երիտասարդ էր. Написано в Библии, что он был бизнесмен. Գրված է Աստվածաշունչում, որ ինքը բիզնեսմեն էր. У него были прекрасные очень плуг и коровы, которые тащили этот плуг. Ինքը շատ լավ, այսպես արոտավայր ուներ, եզներ ուներ. Եվ լույս, որ իրանք քաշում էին։ Он занимался земляными работами. Ինքը հողագործությամբ էր զբաղվում։ И пришёл Илья. Եվ Իլյան եկավ։ И бросил на него свою мелочь. Եվ Իլյան նրա одежду верхнюю. Նա իր պատմությունը գցեց նրա վրա։ И пригласил его, чтобы он шёл за ним. Եվ հրավիրեց նրա, որ գա իր հետ։ И он принял решение. Եվ նա որոշում կայաց։ Я хочу служить Богу. Ես ուզում եմ ծառայել Աստծուն։ Как Богу служил Илья. Այնպես ինչպես Եղիան ծառայեց։ Он спалил свой Եղիան спалил свой плуг на ир луца язнери луца кодрец. Он сделал шашлык из этих быков и сказал: я это оставляю, я пойду служить Богу. И было время, когда Илья уходил на небо, и он сказал Елисею: что ты хочешь? Я уже скоро уйду. И Елисей сказал: я хочу, чтобы сила, которая на тебе, была на мне вдвойне. Дорогая молодежь, хотите ли вы, чтобы сила наших отцов была на нас вдвойне? Чтобы в Армении залы такие церковные наполнялись во всех местах. То служение, которое начал Господь, оно распространялось. Сегодня, дорогие друзья, Бог призывает. И Он приглашает. Если ты хочешь, ты можешь идти за мною. Но тогда все твои решения в жизни ты должен сравнивать с Писанием. Когда ты будешь жениться, ты не должен выбирать невесту, которая самая красивая, или, может быть, самая высокая, или самые вкусные пироги. Но не по таким критериям ты должен выбирать. Потому что если ты в своей жизни принял решение, что я буду служить Богу, тогда ты будешь выбирать себе невесту, по примеру помощницы, какая сестра в нашей молодежи, самая духовная, которая из них самой больше мне будет помогать, чтобы в нашем служении я еще больше мог принести благословение. Видите, зачастую братья делают неправильный выбор. Они выбирают самую красивую, или которая самая хорошо убирает, или кварит. И когда он на ней женится, говорит: я пошел на сожжение, я буду проповедовать, я буду трудиться в церкви. Она ему говорит: нет, ты еще не построил для нас новый дом, ты еще не купил нам новую машину, ты еще не купил мне новое платье. У них разные направления, потому что он неправильно сделал выбор. Но молодой юноша, который принял решение идти за Бога, сказал: Господь, я хочу служить Тебе. Он будет искать себе невесту, которая больше всего будет помогать. И так же само наоборот. Друзья, если мы примем решение идти за Богом, не всегда будет просто, но Бог будет в нашей стороне. Я хочу для вас рассказать один пример из моей жизни, и я буду заканчивать мою проповедь. Когда я женился с моей женой, она вот здесь сидит, у нас есть 5 очень прекрасных деток. И я очень счастливый человек.
Очень счастливый человек. Շատ երջանիկ. Потому что Бог мне подарил прекрасную жену. Вот это Աստված ինձ նվիրեց շատ հիասքանչքին. И знаете, у нас было такое время, Գիտեք, մենք ունեցանք մի այսպիսի ժամանակ. Я уже рассказывал это свидетельство когда-то Рудику. Ես ես պատմությունը ինչ-որ մի ժամանակ եղա, որ պատմեցի Ռուզիկին. Когда мы женились, мы решили с ней вместе, что мы будем служить Богу. Եվ որ մենք ամուսնացանք, մենք իրար հետ որոշեցինք, որ մենք պիտի ծառայենք Աստծուն. Во всём. Ամեն ինչում. Вот Бог нам дал дом. Եվ ահա Աստված մեզ տվեց տուն. Значит, наш дом должен служить Богу. Եվ մենք տունը պիտի ծառայասում. Бог даёт мне хорошую зарплату. Աստված տալիս է ինձ լավ աշխատավարձ. Значит, моя зарплата должна служить Богу. Եվ ինքը աշխատավարձը պիտի ծառայասում. Бог даёт мне здоровье. Աստված ինձ տալիս առողջություն. Я ходил на работу. Бог мне давал хороший заработок. Я хорошо зарабатывал. Но мы очень много служили. Я к себе домой приглашал молодежь. Мы делали разбор слова с молодыми семьями. Я очень много ездил на миссионерские поездки. В разные страны. И вот просто большое движение в нашем доме. И вы знаете, сколько я на работе не зарабатывал денег? Я видел, ишкан я зворал шкатумей гумар. Их всегда не хватало. Миш да чей баварару? Вам это знакомо? Це сама да геш санота. Сколько не зарабатываешь? Ишкан я шкатумей. Все равно не хватает. Не не чей баварару. И вот однажды. Я вам юр. Я заработал хорошую сумму денег. Я шат мец гумар шкатумей. Я думал, что их хватит на 3 месяца вперед. Я вез вот этот сил ратен ярек амис арчев, мей хамар да баварара. Я положил их на банковский счет. Я вез банком дурецими рашвин. А как раз был месяц декабрь. Перед Рождеством. За я говорю моей жене. Давай подарим подарки на Рождество тем людям, которые не могут себе подарить. Она купила и подарила. Потом я пригласил к себе молодежь. Мы с ними праздновали, молились, пели, других братьев, сестер, родственникам мы служили. И вот когда прошел месяц декабрь, ко мне на мой телефон пришло сообщение, что у тебя в банке закончились деньги. Я, ну, немножко разозлился на себя. Я смекиш, паркацанец, бра. Как это так? А ты шпеса дает вас. Я думал, этих денег хватит на 3 месяца. Я позвал мою жену. Я сказал, что скамчаци. Мы открыли компьютер. Мен компьютер обалцаци. Я ее спросил. Я сказал, нарцану мэн. Куда ты потратил все деньги? Ну, это гумана и гордо стасы амбовчу. И я говорю, давай посмотрим на банковском счету. Эгэк нэн банки карт хашпин инчерка. Я смотрю. Я знаю, мэн. Я говорю, куда вот эти деньги пошли? Я вас вам ура эс гуманера. Она говорит, помнишь, ты попросил купить подарки? Ну еще раз, он из них отрезил, из Навернера. Думаю, а хорошо, это я. Это я сей. А вот это что такое? Из Сенча на Шанаку. Она говорит, помнишь, ты пригласил друзей? Ну еще раз, он думал, что я купила мясо. Вот у засели из миса. А опять это я. А, это я сам, да. И так смотрю, что все потратил я, оказывается. Я стою, мы барни с пару с мамой больше есем засе. Это было 3 января. Да, ерек нес в Бали. Это была среда. Да, человек шампьер. Вечером было служение. Երեկոյան նորից ծառայությունս։ Я в своём таком состоянии. Ես այդ վիճակի մեջ։ Говорю же, не знаешь что? Ասում եմ, կնոջ ես գիտես ինչ։ Так дело не пойдёт. Эспес չի կարելի։ Ну невозможно так жить. Эспес անհնարապես։ Чтобы ничего не оставалось. Որ ոչ մի բան չմնա։ Мы что-то делаем неправильно. Մենք ինչ-որ բան ճիշտ չենք անում։ Давай мы будем меньше служить людям. Давай, а они мне миасин какие-то кисть ставим же. И будем экономить 1000 долларов. Я мне амен анкам 1000 доллар какие-то пахем. Каждый месяц. Амен амис это ценили. Что прошло 12 месяцев? Вот мы сие в красный тасер амис. У меня было 12 000 долларов. Я тасер 1000 доллар, я скоро нам пахас. 2 года и будет 24 000. Это тарик сам что сазар. Хороший у меня был план. Лав лав мне, че лав целагину мне. На то время я думал хороший. А у меня жена послушная. И с кем кинется на соло? Рудик думает, что она армянка. Рудик думает, что она армянка. Шат газан Кулика. Она сказала, хорошо, Дима. Эрика ассоциировал, Дима. Я пошел на собрание. Я с пенацией царевцем. И когда я был на служении в среду, Дух Святой меня касался. На каждой молитве я плакал. Я чувствовал, как Дух Святой работает в моем сердце. Но я еще не знал, что Он хочет сделать. И когда я ехал домой,
Я включил христианскую песню. Yes, мы ассоциируем христианскую песню. И я начал петь. Я ассоциирую. Ты пел? Пел вместе с группой. А, я ассоциирую яркет. И когда я пел, я исполнился Духом Святым. Я говорю, если ярким я суп покупать святи. Я начал петь на иных языках. Я ассоциирую айле зумеров яркет. Когда я пел на иных языках. Я говорю, ассоциирую яркет айле зумеров. Я почувствовал, как сила меня наполнила. Я стал испец лесцать из ярким. Я стал на красный светофор. Я весь камнецик армии люситак. И мои уста начали пророчествовать. Я им шуртер ассоциирую маркарианал. И я начал видеть видение. Я ассоциирую тесталь. И Господь через мои уста. Я оставался им шутерев. Сказал мне такие слова. А с этим здесь писифоскер. Сын мой. А им вортис. И вот ты положил в своем сердце. Ага, ты конструктив меч тресишь. И сказал. Я вас ассоциирую. Это мое. Да имя. И в это время. Я вайджамана. Я вижу видение. Я с тестуем тесит. Как на таком белом столе. И шпес свитак мисе они брал. Стоит чаша вот такая. Шпес ми бажака дерваться. И в эту чашу наливается елей. Я вед бажаки меч ювалецвун. И эта чаша уже полная. Я вед бажак нартеликна. И этот елей продолжает наливаться. Батя ювас ксумашана квелмасвен. И она вытекает сверху. Я винка перевезли тапфума. И растекается по этому шару. Я шамакума и тамбур сэган вагинал. И вот все эти люди, которым мы служили. Я вен болор мартик воронс мэнк цара елей. Были инвалиды, которым мы служили. Воронки инвалиднеры и воронк мэнк цара елей. Бедные люди, которым мы служили. Ахкан жоворт и воронк мэнк цара елей. Еще другие. Я вижу шат марти. Я вижу, как они собирают этот елей. Я вижу, что меня еще песен ранг, а ты хапун мой бажакиц. И когда я себе пророчествовал. Я говорю, если из Маркариану мой. И были такие слова. Ты сказал это мое. Дуас, я без писифоскера, а в дуас сесиш саимна. Я увидел, как я видение сам своей рукой закрыл. Я весь писает фоскер, что еще песен из Зорков, пакети от бажака. Так как я сказал моей жене. Вот это я сим кроношь на сеси. Жена, давай меньше будем служить. Эйкарим киш перед зараем. Будем меньше им давать. Янс киш кетан. Чтоб нам больше оставалось. Он посимеш шатмана. И когда я вот так взял рукой. Я говорю, если церковь пакети. Елей, который шел с неба. Ергенкиц аньюба вор тапумеш. Он продолжал идти. Инке шайнаку меш тапфел. Но теперь он не попадал в чашу. Бать зимайке бажаки меш чолицун. Он растекался по моей руке. Инзер керивит инка хосумеш. И все равно этим людям попадал. Бать мирно лает мартан састумеш. Но только он больше не попадал в чашу. Бать бажаки меш айлевеш чолицун. И через мои уста шло пророчество. И Бог сказал, если ты так сделаешь, то очень скоро придет в твою жизнь время, когда у тебя закончатся финансы, и ты не сможешь уже никому служить. Ты не сможешь уже никого пригласить в свой дом. И ты только будешь вспоминать и говорить, о, было время, когда я служил другим людям, то было время, когда я мог пригласить друзей в дом. И я заплакал. Друзья, мне стало очень стыдно. Я плакал в моей машине. И я говорил, Господь, прости меня. Как я мог себе подумать, что все, что у меня в жизни есть, я подумал, что это мое. Я подумал, что это я даю мое. Оказывается, оно не мое. Это Бог дает мне смелость. Послушайте, если у меня было здоровье ходить на работу, кто мне дал здоровье? Послушайте, если я своими руками работал, кто мне дал мне руки? Кто дал мне разум? Если Бог не даст нам этого, мы ничего не сможем в нашей жизни. И я начал просить у Бога прощения. Я сказал, Господь, прости меня. Я больше так делать не буду. Я приехал домой. Я сказал моей жене, говорю, ты помнишь, я сказал, мы будем экономить? Она сказала, я помню. Я сказал, мы больше не будем экономить. Если Бог вложит в наше сердце, и мы видим нужду, мы будем служить. От всего, что у нас есть, мы будем служить. Мы начали продолжать так делать. И я хочу вам засвидетельствовать, что Бог благословил намного больше. Бог начал посылать еще больше друзей в наш дом. Мы начали еще больше служить. Я хочу вам все сказать, друзья, что в моем доме до сегодняшнего дня есть достаток.
արատություն կա։ Я не бедный. Ես աղքատ չեմ։ Даже не похудел. Ես անգամ չեմ մնալու։ Бог нас благословляет. Աստված մեզ օգնում է։ Я благодарю Бога. Ես շնորհակալ եմ Աստծուն։ Что когда он увидел, որ եթե նա это сам, я начал закрывать своё сердце. Որ ես փոստացի փակել իմ սիրտը։ Он по великой своей милости. И я рад благодарю тебя. Пришёл, постучал в моё сердце. Пакет из сердца дура. И сказал: "Не делай этого". Вас не арает бана. Я для тебя имею план. Ես քո կյանքի մեջ ծրագիր ունեմ. Ես для тебя воля. Ես քո կյանքի մեջ կամք ունեմ. Я хочу, чтобы ты трудился. Ես ուզում եմ, որ ты ծառայես. Посвяти свою жизнь мне. Да, твоя логика говорит, что надо экономить, надо отлаживать под матрас. Но зачем ты будешь уповать на финансы? Поверь мне. И когда я это сделал, я увидел, что благословение моей жизни умножились много раз. Друзья, я просто хочу этим словом, историю Исаака, и свидетельством своей жизни поощрить вас, чтобы вы свою жизнь полностью отдали Господу. Даже в то время, когда вам кажется, нет выхода, Бог никогда не останется. Он остается верный вчера, сегодня и завтра. Да благословит вас Господь. Аминь.